принесла я птицы, видите. Немножко пришлось даже сходить в машину. Ну, кушай, птица. Снова всем привет, друзья! И я пришла опять в одно из красивейших мест на нашем острове. Это называется Фишборн, деревушка. Очень красивая. Хочу сегодня с вами погулять. Первый день, наверное, выдался у нас такой тишины и такой солнечный. Сегодня плюс 10 градусов. Сегодня 22 января 2021 года. И плюс 10. Послушайте, как поют птицы. Я бы с удовольствием, конечно, взяла, как обычно, любимую свою чашечку кофе. Но закрыт, к сожалению, этот паб, как и все остальные. Поэтому сегодня буду просто гулять с вами. И давайте мы с вами поговорим о многом сегодня. Да и не только поговорим. Мы сегодня с вами посмотрим. Очень много сегодня красивого я вам снимала. От всей души, друзья, при том, что сегодня был у нас великолепный день, я же говорю, что просто запахло весной впервые, наверное, за все холодные месяцы зимние. Поэтому я, наверное, даже порекомендую, друзья, если у кого-то есть большой экран, пожалуйста, смотрите это видео на большом экране. Я почему-то уверена, что оно доставит вам немного приятных минут в эту трудную, холодную зиму, морозную. Просто удивительно, что уже некоторые цветы начинают расцветать. Я вот смотрю, даже не могу понять, что это такое на дереве за белые штучки. Цветы или что это? Ну, а здесь вот эта ягода, она, конечно, зимняя, но все равно смотрится грандиозно. Сегодня, пожалуй, первый раз я могу сказать, что вовсю уже запахло весной, друзья. Представляете, насколько раньше в Англию приходит весна. Я показываю вам Англию такую, как вижу сама, и такая, наверное, как она и есть, в общем-то, для средних людей, для тех людей обычных, у которых нет грандиозных замков, дворцов и нет миллиардов. Я показываю Англию именно, наверное, такой, как она для многих и многих миллионов людей здесь и выглядит. И вы знаете, я в чем-то даже, наверное, и рада, что многие разочаровались, когда смотрят, в каких квартирах здесь живут большинство англичан. Не все живут во дворцах, и не все здесь, оказывается, лорды, как многие, наверное, предполагали. Я не знаю, я говорю просто то, что думаю. Вот, поэтому, вот вы знаете, не только мои видео, допустим, а и фильмы английские. Попробуйте найти фильмы производства Великобритании. Вот я недавно напала на такой фильм случайно, но это даже не фильм, а короткометражный сериал. Он называется «Что останется после тебя?». И вот там показана именно жизнь обычных англичан, на каких они живут в квартирах, какие там скрипучие полы. И вот кто, если кто желает, я, наверное, даже хотела бы вас призвать, попробуйте, откройте, хотя бы посмотрите начало. Там в самом начале показано, как молодая женщина, англичанка, в какой квартире она живет, как она взбирается по скрипучим ступенькам в свою квартиру на самом-самом верху там, и как все убого. Там, конечно, не показано
заплесневелые стены этого дома, но видно, что всего там 5 квартир, хотя дом вроде кажется большим, и все эти квартиры такие бестолковые. И я помню еще как-то давно я набрела случайно на фильм. Он уже где-то 2010-2015, может быть, год производства. И там показывали, как живет 40-летний англичанин в Лондоне. Он всю жизнь прожил там в Лондоне. В квартире, которая внизу, на цокольном этаже. Он спускается по лестнице в свою эту малюсенькую квартирку. Там настолько мало места, что он... у него вот эта вот кровать, знаете, она поднимается вот так вот и прислоняется к стене, чтобы было больше места. И вот как он, отработав, приходит и не знает, что ему бедному делать, мыкается по своей этой комнатушечке. Все холодно, все ужасно, какой-то настолько мрачный фильм. Я была очень удивлена, когда его увидела, честно говоря. Но оказывается, что здесь многие так живут. Они даже этого не замечают порой. Но таких фильмов все-таки мало, конечно, надо сказать откровенно, что чаще всего показывают, что живут англичане или какие-то иностранцы в прекрасных домах, в огромных. Ну да, есть такие дома, но это не та основная часть населения, проживает в них. И вы знаете еще, что мне интересно? Я, конечно же, смотрю и российские сериалы. И вот последние российские сериалы, когда я начинаю смотреть, я, честно говоря, тоже удивляюсь, потому что там показывают людей с очень высоким достатком, которые живут тоже в каких-то 100-200 квадратных метрах домах, в квартирах каких-то прекрасных, шикарных. Не зарабатывают хорошо. Может быть, я отстала от жизни, друзья? Поясните мне, расскажите. Вы же живете там постоянно. Неужели на самом деле так поднялся уровень жизни? Я замолкаю и хочу показать вам. Представляете, друзья? Вы же не забываете смотреть на экран. Ведь эта же мимоза уже расцвела. 22 января. Поверить невозможно. И послушайте, как птицы поют. Боже мой, боже мой. Да, мимоза. Грандиозная красавица мимоза. И опять не могу не вспомнить. Посмотрите. Это же Франция, Лазурный берег, Ницца и мое путешествие к Жану Франсуа в 2009 году. И тогда, это именно тоже январь, и это именно, по-моему, где-то в 20-х числах января. И тогда я помню, когда я приехала из морозного, заснеженного Архангельска, где температура доходила до минус 30, и я вдруг увидела вот эту всю красоту, пение птиц, вот как сейчас, впрочем. И я поняла, что я... хочу остаться только там, что, в принципе, все эти ужасные годы, которые я жила в морозном, снежном Архангельске, это просто годы, прожитые зря. Вот не знаю, у меня было такое впечатление, друзья. И еще я помню, тогда я переписывалась со своей дочкой, которая продолжала жить в Архангельске, она была уже замужем, и уже даже родился мой внук первый. Так вот, она прислала мне, я помню, фотографию. Она подошла как раз к подъезду моего дома, ну и своего дома, где мы жили когда-то с ней вместе. Потом после замужества она переехала к мужу. И вот она мне прислала фотографию возле подъезда моего дома на улице Гайдара, если кто-то живет в Архангельске, но может знать. И там... такие сугробы, наверное, в человеческий рост. И вот эта вот накутанная она стоит, закутанный весь один нос торчит, Андрюшка маленький, с какой-то лопаточкой.
и вот какая-то убогая дверь в подъезд, вся обклеенная, вся заплеванная, вся обожженная, поцарапанная, пошарпанная. И когда я увидела эту фотографию, сидя в Ницце, вот в этой красоте, я подумала: нет, я не хочу возвращаться. Вот вы знаете, вот тогда, по-моему, у меня произошел какой-то просто перелом. Именно помню это, связанное с фотографией ужасного, заснеженного, убогого подъезда. Я представляю сейчас, возможно, шквал негодования посыпется на мою бедную голову, что опять вот я такая не патриотка. А вы знаете, друзья, да я даже понимаю, может быть, многих. Я хочу единственное, что сказать, что никогда ничего плохого о России я не говорю, не говорила и не буду говорить. Я очень люблю эту страну, это моя родина, но то, что случилось на самом деле, то и случилось. И те чувства, которые я испытывала, они, тем не менее, были, и я о них вам и рассказывала. И то, что Россия великая, красивейшая страна, это, конечно, знают все, и кто же будет с этим спорить. Но бывает такое, что то, что имеем, не храним. И поэтому взгляд со стороны, он иногда, вы знаете, даже и полезен. А я вот в связи с этим вспомнила тоже еще одну историю интересную, сейчас вам расскажу. Я же обещала, что мы с вами будем обо многом говорить. Так вот, конец 80-х, начало 90-х годов в России, очень сложная жизнь, перебои с продуктами, люди едва выживают, каждый как может. Ну и европейцы об этом, естественно, узнали. И тогда пошла в Россию гуманитарная помощь из Европы. Просто отовсюду нам слали гуманитарную помощь, какие-то продукты, бытовую технику, одежду, конечно же, много-много всего. Ну и, естественно, что все это принимали россияне без проблем. И вот потом, спустя уже какое-то время, одна германская пара приехала с дружеским визитом в Россию. И они поселились в обычной русской семье. И вот после этого германская вот эта фрау, она делится своими впечатлениями. Она говорит, что я посылала гуманитарную помощь в Россию людям. Я думала, что они живут очень сложно, бедно, очень нуждаются. Но когда я увидела, как моя хозяйка русская выбрасывает тапочки домашние, в которых я бы, например, еще ходила и ходила, и как они выбрасывают обмылки, которыми можно было бы еще руки мыть и мыть, и как они относятся к продуктам и ко всему остальному очень небережливо, я была удивлена, и больше после этого никакую гуманитарную помощь я посылать не буду. Ну вот, я почему рассказала, меня тогда тоже это удивило, что у нас действительно мы как-то «что имеем, не храним» называется, и даже не видим. Всегда хорошо там, где нас нет. Вот такой вывод. Такие сегодня разговоры у меня с вами, друзья. Такие размышлизмы обо всем понемножку. И как я уже сказала, пожалуйста, не бросайте в меня тапки, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Ну и напоследок, друзья, я хочу показать вам одно маленькое коротенькое видео, очень шикарное, которое мне случайно удалось заснять. И я с удовольствием предоставляю его на ваш суд. Давайте смотреть. Певец. Ты певец, да? Классно поешь? Ну, посмотрите на эту прелесть. Ты хочешь кушать? Ты опять прилетел. Ты кушать хочешь, зайка, да?
Морзайка-морзайка. Вы только полюбуйтесь на него. Вы только на него полюбуйтесь. Он не боится. Почему я говорю он? Потому что это птичка Робин. По-английски Робин, а по-нашему малиновка. Вот она. Мало того, что песни поет, она еще и прилетела ко мне, смотрит. Птица. Птица. Ну. Супер. Ну. Эта птица вообще не боится абсолютно. Птица. А у меня нечем даже покормить. Надо брать крошки с собой, потому что это же просто немыслимо. Она вокруг бегает и песни мне поет. Опять пришла. Вы видите, что творится? Боже. Я ее там под лавкой ищу, она здесь. Ох и птица. Не дают скучать мне эти птицы. Эти птицы не дают скучать. Посмотрите только. Полюбуйтесь. Ой-ой-ой. Ну вот, ради такого стоит и снимать, наверное, да. Обязательно приду с крошками в следующий раз. Ну что же ты такое, птица? Птица не боится. Вон она теперь на дерево села, на ветку. Я ее даже не вижу. А вы видите? Принесла я птицы, видите? Немножко. Пришлось даже сходить в машину. Ну, кушай, птица, не бойся. Боится. Боится. Ну не бойся, птица, не бойся. Не бойся.